Ну ничего, ничего. За след подошел троллейбус, и меня посадили, хорошо, я поехала. Долго вы ждали? Нет, совсем прям за след подошел, через 5 минут и я уехала. А такое часто бывает, что вас не берут в троллейбус? Никогда такого нет, всегда берут. Так вот подошел такой вот, он мне сказал, я опаздываю, извините, я тороплюсь. Куда торопился, я не знаю. А где вы живете? Здесь, в Саратове. Искать. Я понимаю, ну, в центре где-нибудь? Да, 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 да. Далеко? Нет, здесь недалеко. А в фонтан часто приезжаете? Бывает, иногда. У вас дома частный дом есть? Частный, частный дом. То есть нет воды? Есть вода, холодная, горячая нет. А можете сказать, как вас зовут? Тамара Александровна. Сколько вам лет, Тамара Александровна? 63. Вы давно в коляске? Где? В коляске давно? Нет, я упала, ногу сломала. Ну вот, смотри, смотри. Вот. Смотри. Угу. Я уже стою, вот эту ногу повредила. Ну вот. Понятно. Вы кем работали раньше? В охране. Я хотела спросить именно про троллейбус. Знаете, мне так было неприятно. Сегодня утром я посмотрела, увидела себя. Ну зачем? Ну зачем это на весь Саратов показ? Ну не взял человек. За след подошел троллейбус, взял и я поехала. Ну зачем? Я не инвалид. У меня все хорошо. Ну, вы видите сами. Ну все, хорошо. Спасибо вам. Да, да не за что.